Здорово, бабка. Ты жива ли? Морозы наконец отстали. Не замерзла ли ты под старость? И от снега откопалась? Ну, чего ты нашумела? Мне до снегу нету дела. Я увлечение нашла. В Инстаграм друзей нашла. 100 грамм, конечно, хорошо. Я тоже их приму уже. А это что за штуковина? Вот это страшная махина. Эх ты, темная старуха! Это камера-видюха! Сейчас тусуюсь я в ТикТоке. Знаешь, подписчиков там сколько? ТикТок, подписчики. Да это, похоже, новая газета. Ну, ты темнота даешь. От жизни сильно отстаешь. Тебя я что-то не пойму. Объясни мне, что к чему. Короче, видео снимаешь и много лайков собираешь. Лайки на кой черт сдались? Они вон в стаи собрались. Того гляди, тебя облают. А еще хуже, покусают. Без толку все объяснять. Проще сразу показать. Сейчас мы будем танцевать. И все на камеру снимать. В ТикТок потом все выставляем. Поклонников там собираем. Она с тобой не засмеет? Как дуры выглядим мы тут. Чем дурней, тем популярней. Славы пик такой коварный. А как плясать-то? Объясняй. За мною просто повторяй. Плачу на тех, я плачу на тех. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на тех, я плачу на тех. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Вот смотри, тут нажимаем и наш танец выставляем. Пикает чего-то там. Это лайки ставит нам. 10, 20, 100, 500. Ничего себе оборот. К вечеру уж миллионы и поклонников вагоны. Жизнь старушек нелегка. Идем сниматься. Всем пока.